Немного об интересных лиственных растениях. Ульмус глабра нана, это вяз шершавый, сорт называется нана. Очень миниатюрное деревце, о его размерах вы можете прочитать в источниках. У меня растет на низкой прививке, иногда его прививают на высокий штамп. Но это не актуально для Сибири. В целом растения очень хорошо зимуют в моем саду, декоративно достаточно. Имеет вот очень интересный лист. И несмотря на то, что сегодня 12 октября 2023 года, многие растения уже сбросили лист или изрядно окрасили его, он стоит еще практически в первозданном виде. Считаю это растение коллекционным, очень интересным, безусловно, и очень декоративным.